Сочи готовится к Кубку Конфедерации и круглогодично принимает миллионы туристов, и поэтому попал в группу риска. Чем больше город, тем легче сбывать фальшивые купюры, а их немало. В крае обнаружено 1500 поддельных банкнот номиналом 5 и 1000 рублей. Их чаще всего сбывают в больших супермаркетах. Такие мероприятия мы проводили перед Олимпиадой. Оно касается обучения наших кассовых работников города Сочи тому, как определять и отличать подлинные банкноты от фальшивых. Учитывая, что город у нас курортный, приезжает много людей, соответственно, это лакомый кусок для фальшивомонетчиков и их коллег, сплавлю 10 купюр. Поэтому мы с удовольствием относимся к инициативе Центробанка проводить такие семинары. Фальшивомонетчики порой оттачивают свое мастерство настолько, что даже терминалы оплаты принимают такие банкноты. При наличии детектора подлинности выявить подделку несложно, а вот без него необходимо знать все признаки подлинности купюры. Они также указаны на сайте Центробанка России.